Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского на одном из концертов 9-го абонемента, посвящения Сергею Леонидовичу Доренскому. Главный герой сегодняшнего вечера – исполнитель, заслуженный артист России, пианист Павел Нерсесян. Мы надеемся, вы заняли ваши места и проверили ваши мобильные телефоны, за что по традиции заранее благодарим. В программе первого отделения сегодняшнего концерта музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Вначале прозвучит соната соль мажор, три части аллегро, анданте и престо. Затем 8 вариаций ля мажор на тему Джузеппе Сарти «Коме un agnello». Далее фантазия до минор и в заключении первого отделения до минорная соната Моцарта. Три части «Аллегро», «Ададжо» и «Молто Аллегро». Дамы и господа, через несколько мгновений на сцене Павел Нерсесян. Thank you.
Завершилось первое отделение, антракт.
посвящение Сергею Леонидовичу Доринскому. Сегодняшний концерт 9-го абонемента с участием заслуженного артиста России Павла Нерсисяна. Мы готовы продолжать наш концерт, но перед началом второго отделения еще раз убедительная просьба проверить ваши мобильные телефоны. Второе отделение сегодняшнего концерта посвящено французской музыке. И сейчас Жан-Франсуа Дандрие, «Птичий гомон», затем Жан-Филипп Рамо, «Перекличка птиц», далее Луи-Клод Дакен, «Кукушка», Франсуа Куперен, «Маленькие ветряные мельницы», снова Клод Дакен, «Ласточка», Франсуа Куперен, «Бабочки» и Жан-Филипп Рамо, «Циклопы». Дамы и господа, Павел Нерсисян. Thank you.
Шравнозелли. Преамбула. Вариации, высшей степени элегантность, участие, непринужденность и такт, упорство, обольститель, самодовольство, привкус беды, бодрая старость, каденция и финал в исполнении Павла Нерсисяна.